Интересно, только что проехал грузовик полный снега. Неужели на набережную все сваливают? На первый взгляд зрелище возмутительное. Тяжелые грузовики едут по набережной и спокойно вываливают снег прямо на обской лед. Причем, судя по размерам снежных куч, делают они это регулярно. Первая реакция горожан – нарушители. Тем более, что нынешняя зима принесла уже несколько снежных скандалов. То на стадионе «Динамо» вырастают белые кучи, то жители Борзовой Заимки не пускают в окрестности своего поселка снеговозы, опасаясь, что весной их дома поплывут из-за талых вод. Правда, оказалось, что у той же Борзовой Заимки полигон входит в официальный список. Вот набережной в этом списке нет. В компании, которая обслуживает участок, подтвердили, снег и правда вывозят они. Но собирают его не на улицах, а на этой же самой набережной. Так что такой снег для экологии реки оказывается безопасен. Содержание набережной у нас не предусмотрено использование каких-либо антигололедных средств, песка. Поэтому снег с набережной мы убираем чистый, без всяких реагентов, и без соли, без грязи. Так скажем. То есть это тот же снег, который выпадает у нас с неба. Правда, остается вопрос, насколько вредно для покрытия набережной передвижение большегрузных машин. Но это уже, как говорится, покажет весна, которая, возможно, придет еще не скоро. Синоптики говорят, в январе текущего года выпало 1,5-2 нормы месячных осадков. В феврале этого больше, 2 и даже местами 3. Более того, в марте, судя по прогнозам, нас тоже ждут обильные снегопады. Так что проблема, куда девать снег, еще долго будет, похоже, актуальной. А значит, есть вероятность, что кто-то правила вывоза снега может нарушить. В этой связи просим наших зрителей быть бдительными и сообщать о таких случаях, а еще лучше присылать видео. Илья Кочетков, Андрей Печоркин, «День с толком».